Здравствуйте, дорогие друзья! Мы Парк и Кадриор, клуб Golden Lotus. Меня зовут Григорий Киселев. И мы начинаем конструировать самый дешевый в мире тренажер для занятий. Хорошие колеса, помыли их и начинаем их собирать. И посмотрите, что у нас получится. О, Серег цел! Пас! Игорь Мас! Лос! Значит, этап первый. Берем дрель, берем зернышко и просверливаем дырочку. Крепить их пока не надо. И плечом встречает, если. Мы используем болтик на 10, гаечку на 10 и широкую шайбочку. Все скрепляем и все. То есть первый экспериментальный будет на 4 болтах. Посмотрим. Может быть, надо будет на 5. Сейчас соберем и расскажем вам. Не силы. Спокойствие держи. Я говорю, спокойствие держи. Так главное, чтобы она не упала, а так. Нет. Самое главное, блядь. Может, они еще внутрь надо заглянить? Ну, сейчас вы. Сделайте, я залезу сейчас быстрее. Пока видно, потому что потом не видно. Хорошо. Можно уже тренироваться. Почему вы так ушли? Скоро будет супер! Обратите внимание, мы собираем всей нашей дружной командой. Все, даже Надежду привлекли к сборке. Надежда, посмотри на нас еще. Как крутится? Хорошо крутится, отлично. Будем писать и всех. Мы форсовали, или что-то. Сейчас расскажи для истории, как идет резиновый пульт. Почувствуйте, как он вкладывает свою любовь. Великолепный тренажерчик. Да. Для всех наших друзей. Это бурильщик. Привет. Покупайте болтики, берите резину, собирайте, тренируйтесь. Да, только болт длиннее берите. 40, на 40 берите. Длина 40, десяточка, да, обязательно. Уже 35 немножко маловато. И пылесос.
сейчас происходит игра в гол. Играет гроссмейстер Сергей Сироткин сразу после с двумя противниками. Выигрывает, судя по реакции. Вот, третий этаж второй пирамиды. Итак, третья покрышечка пошла. Коллектив наш все больше и больше растет. Вот сегодня Сергей у нас. День рождения. День рождения. Человек в день рождения встречает, видите, доблестным трудом. На благо свое и всех нас. Мощно крутит гайки. Смотрите, какая красота. И Татьяна с нами, да. Звездное поле, смотри. Эти чурупчики блестят. Да, слушай, галактика просто. До конца? Да. Ласточка, просто, просто шикарная ласточка. Мне просто так попадка, удобнее. Лишь поэтому их и семь. Хорошо, да? Наконец-то вот отрыв от этого от обыденности, да.